возьмут новую высоту. Международный аэропорт Казань готовится принять еще больше пассажиров. Завтра расписание полетов существенно расширится. Начнется второй этап реализации программы региональных перевозок в Приволжском федеральном округе. Появятся дополнительные рейсы в Пермь. Ежедневными станут полеты в Киров и Самару. Стоимость билета будет около 2000 рублей. Первое время будет действовать промо-тариф от 500 рублей. По некоторым направлениям 300 рублей.